Друзья мои, пару слов про жилье в Звенигороде. Сняли квартиру на Чехова 11, а? Просто не могу не поделиться. Ну какой же это шикардос, а? Итак, друзья мои, мы сняли квартиру в этом доме. И здесь бесконтактный заезд. То есть вам оставляют код от ячейки. А в ячейке вы берете ключи от въезда во двор через автоматические ворота. И от квартиры, собственно, от двери квартиры. Все достаточно просто. Ну давайте с вами припаркуемся. Ворота открываются, и вы попадаете в уютный дворик, где, как говорят, как правило, есть парковочные места. У нас с вами второй подъезд. Это дальний от дороги. Сейчас припаркуемся и покажу вам, насколько шикарная и уютная квартира, которую мы сняли. И которую мы, конечно же, рекомендуем. Очень приличный подъезд и есть лифт, друзья мои. Квартира на 4-м этаже, поэтому если вы со скрабом, соответственно, комфорт обеспечен. И представляю вам квартирку. Мальчик на диване прилагался. Посмотрите, насколько шикарненько и классно. Хотя это слова-синонимы, но лучше их употреблять в одном и том же предложении. И вид из окна, и тихий двор. Ну просто класс. Хотели бы здесь провести несколько дней? Гуляя по Звенигороду и окрестностям. Да, интерьер подкупает. Единственный минус, друзья мои, ну, который мы обнаружили на данный момент, это отсутствие кондиционера. Мы здесь в достаточно жаркий день, но, к нашему счастью, весь день мы проведем на улице. Поэтому, может быть, это и не будет минусом. По вечерам здесь, говорят, прохладно. Ну все, друзья мои, покидаем уютное гнездышко. И, кстати, отсутствие кондиционера особых неудобств не доставило. Будьте здоровы, путешествуйте с комфортом. Пока!